набегалась с Марсиком. Я вот смотрю комментарии, читаю, пишет Инна Нелюбина: Марсик уже дорос до Марса Александровича. Ну так-то да. Еще она пишет: а Жорик, Жора Александрович, тогда Егор Александрович. Мира Александровна тоже звучит хорошо. Доков. Доков. А вот Дмитрий Билай, он всех переплюнул. Он сказал: Александр Бульдог. Вот она лежит. Иногда что-то снится, так лапки дергаются во сне. От кого-то убегает, наверное. Такой безмятежный сон, когда дети спят, они такие смешные. Мира, Мира, Мира. Время еще раннее. Я, как и обещал, буду вести рубрику «Репортаж с дивана». Читаю комментарии, показываю своих собачек и свои ноги, большие пальцы. Вот. Светлана Кулигина пишет: кукленочек, так устроилась в этой коробочке, ей там уютно, потому что она маленькая, малышам всегда надо небольшое пространство. Вероника Ар сказала, что мне попадет от Вики, что я снял попой кверху. Ну что ж, попадет, значит попадет, зато за дело будет. А Дмитрий Билай даже стихи написал: Марсенчик с Жоржиком в делах, все сеет помидоры, вот только упаси Аллах вступить нам в это поле. Поле. Да. А я сегодня дважды вступил ночью в Мирино поле и утречком. Разогнался и вступил. В общем, пишут все: Наталья Белова, Дайва Кубакайта, Игорь Евгеньевич, Тина Микава. Все пишут. Вероника Ар, Татьяна Денисова, Вилли Сеня, Любовь и Солнце, Анжела Рогованова. Вот она советует информацию, возможно, не только мне, для информации. Может быть, вы и знаете об этом ветпрепарате для обработки ран животных. Чеми спрей. Спрей фиолетового цвета. С первого раза руки и пол не отмоешь. Поэтому лучше использовать на улице, на траве и в перчатках. Очень хорошее средство. Раны быстро заживляет. Мой Фокс тоже забияка, еще тот. Ну, я прислушаюсь. Вот. Аслан Хадарцев спрашивает: за сколько брали Мирославу? Ну, не секрет, за сколько. Ну, отвечаю вот. Просили 15, а когда узнали про Марсика и канал о нем и о том, что Мирослава тоже будет там сниматься, то уступили за 10. Вот. А он пишет: эта порода бесценна. Спасибо за ответ. Юность. Вот она советует мне. Она. Я думаю, что это она. А может, и он. Ну, пусть напишет мне, кто это. А, заметила. Это значит она. Я заметила, что у вас в теплице есть место под инжир. И вот она мне советует, значит, где взять еще сорты. Ну, еще добавить один куст. И адрес дает мне, ссылку. Кемени Йозеф из Германии. Доброе утро, как всегда. Очень замечательно. А Марсик, секунду, нужно таблетки давать от ревности.
Но он очень ревнивый. Вы когда их пускаете в сад, Жорик все равно первый прыгает через Марсика. Спасибо и приятного вам дня. Привет, Виктория. А кушать по-немецки. Essen. Чай. Чао. Ну что, Мира так и спит ушками. Только вот чуть-чуть эти двигает. Фануза Кибарочкина. Можно сказать Фануза, можно сказать Фануза. Ну, Фануза не скажешь. Значит, или Фануза, или Фануза. Ну, мне вот больше как бы интуиция подсказывает, что Фануза. Фануза Кибарочкина. А нет, Фануза даже. Фатима. Фануза. Фатима ж не скажешь, а Фануза. Фануза, да? Ну, я так и говорю. Фануза Кибарочкина. Пишет тоже нам. Музыченко Светлана. Наталья Мала. Владимир Круглов. Он был в этом, на экскурсии тоже в Гуамке. Вот. Светлана Князева. Светлана Князева просит рассказать меня о бумеранге. Эффект бумеранга. Ну, как бы о Вселенной. Суть вопроса в том, что как Вселенная относится к посылам? Что нам возвращается? Что мы туда посылаем, что возвращается? Но я не могу об этом сказать сейчас так быстро. Я, наверное, сниму, постараюсь снять фильм. Не люблю обещать. Знаете, когда себе связываешь обязательствами, говоришь, я сделаю это. Мы не имеем права это делать. Почему? По какой причине? Во-первых, это дает нам не свободу. Связал себя обязательствами, и все, ты уже связан. Завтра у тебя поменялись взгляды, убеждения, а ты должен что-то сделать. Заранее даже знаешь, что это уже как бы, ну, не то совсем, как бы уже прошедший вариант или... Ну, я же говорю, взгляды поменялись, и ты считаешь, Мирочка, я тебя разбудил. А ты себя связал обязательством. А может, ты осознал, что так не надо делать, а тебе надо сделать. Поэтому я с недавнего времени не обещаю никому ничего. Потому что, во-первых, я не имею права по той причине, я не знаю, что будет со мной через минуту. Как я могу обещать, если я не знаю, что будет. Поэтому, да, я услышал. Я это услышал. И эту тему хотелось бы развить о Вселенной. Вот благодаря ее подсказке я, ну, как бы буду задумываться о том, буду опять вот обязательства. Надо сказать. Надо подумать об этом и надо снять фильм. Да, это не обязательство, это рассуждение. А когда я говорю утвердительно, это уже обещание. Обещать нельзя. Надо стремиться к обещанию, надо выполнять, стараться их выполнять, но не связывать себя обещаниями. Ни в коем случае. Это не значит, что быть трепачом. Нет, просто не утверждать и все. Потому что, возможно, ты скажешь, я тебе дам морду, к примеру, а завтра утром встал и говоришь, ой, Боже, какую ерунду я сказал дать в морду, да я пойду и поцелую этого человека. А ты ж пообещал и идешь, бьешь его в морду. Тебе хочется поцеловать, потому что ночью тебе приснилось что-то хорошее. Но ты вынужден дать в морду. Потому что связал себя обещаниями. Ну, в общем, вот еще французский бульдог Ася, канал такой есть там. Бульдог Ася. Она похожа чем-то на Марсика. Любовь Лукьянова, Светлана Кулигина. Животные приколы, смешные собаки, кошки. 101 медиа. Это канал, на котором есть мои ролики. Я дал разрешение. Так же, как я говорил уже, что на канал НТВ пришел запрос на мои видео, отбор. С моего канала видео, они там монтируют передачу «Кто в доме хозяин» на НТВ. Если кто-то ее смотрит, то я дал согласие на забор моих видео для этого канала, для этой передачи. Ну, для канала и для передачи. Так что выходим на федеральный уровень. Александр Бульдог. Ну что, Мирочка, уже 10 минут ты лежишь, вот.
У меня тут циферки щелкают. Щелк-щелк. Что? Давай. Просыпайся. Мадам. 10 минут я уже вот разговариваю. Ты лежишь. А ночью что будем делать? Что будем делать ночью? Вставай. Человечество ждет твоего пробуждения. Ну, мы еще сделали на веранде, теперь загородили, чтобы она не выскочила оттуда. Мы ее, если что, будем на верандочку выгуливать, там она будет и писать, и какать. Мир, ну что? Ну что ты? Давай. Давай сейчас поиграемся немножко. Еще рано спать. А ночью будешь блондиться. Утром просыпаюсь, все тапки, все полотенца, все, уже все подняли, но все равно еще не все. Ну как, вот провода еще, видите, их тоже надо. Ну как тебе поднять? Марсика позвать? Марсик уже спит. Ну как тебе? Ой, пусть спит. Как говорится, когда спит ребенок, даже войны прекращаются. По скриптум. А теперь мы проснулись, перевернулись, и нам надо играть, кусать меня, лизать меня. Мира, так хорошо ты спала, я столько комментариев успел проверить, ответить, а теперь ты начинаешь заигрывать. Может, еще поспишь? Вкуса-то накушала. Но всегда, когда покушает, и начинает играть. Да зубы-то острые какие. Мне ж больно. Ну что ты, пустенчик? Я ж тебе не Марсик. С Марсиком они здорово. Она ему подыгрывает. Серёжка. Серёжка. Где твоя игрушка? На. Сейчас тебе дам. Держи. Вот она. Твоя игрушка. Ну, ложись. Играй. Сама. Все-таки я интереснее, чем игрушка. Вот она. Сюда я сижу. Подходит, садится у моих ног. Заснет, а я боюсь шевельнуться. Ну вот почему-то ей хочется кусать мой большой палец. А без этого нельзя никак? А, Мира? Никак? Чтоб кусать. Вот просто сидеть вот и все. Ну что, давай-ка баечки уже. А время уже, вот уже сколько. Все, теперь, наверное, мы уже будем спать. Ну что, тогда спокойной всем ночи.